Торговельний центр «Мегадом» – мега-можливості для вашого будинку. Добиться успеха в рок-музыке и в популярной музыке – это абсолютно разные вещи. В отличие от попсы, изобилующей в последнее время заводами и фабриками по производству звезд и давно поставивших этот процесс на конвейер, в рок-музыке все значительно тяжелее и труднее. Почему? Да очень просто. Потому что есть поклонники. Потому что нужно выходить на сцену не перед пустым залом, а перед стадионом, перед большой концертной площадкой. И потому что ни поклонники, ни коллеги, тем более мужчины-рок-музыканты, никогда не простят ту слабой женщине, которую простили бы своему коллеге-мужчине. И именно поэтому женщинам-рокерам, рокершам приходилось пахать зачастую еще больше, чем пашет мужчин. Пахать и доказывать, что и они чего-то стоят. И в новейшей истории рок-музыки в первом десятилетии 21 века женщинам на рок-н-ролльной сцене приходилось доказывать это еще с большей агрессивностью, еще с большей яростью и еще с большим трудолюбием. Почему? Потому что это уже касалось практически всех направлений рок-музыки. Between
первом десятилетии 21 века представительницы далеко не слабого пола завоевывают свое место на рок-сцене практически во всех ее направлениях. Doom, трэш, спид, готика, твердыни хэви-метал падали одна за другой. Но оставалась еще одна неприступная крепость и последний непокоренный женщинами бастион – death metal. Самое тяжелое и самое мрачное направление. Дэс – это совсем не женское дело, куда уж вам с вашим-то нежным горлышком. Так злорадствовали и ухмылялись татуированные и выкрашенные в черные самые ужасные представители этого направления, называющие свой рычащий вокал, если это вообще можно назвать пением, красивым словом гроулинг. Но ошибались ребята. Так было ровно до тех пор, пока в 2001 году на рок-сцене не появилась очередная Жанна д'Арк. Молодая, хрупкая, белокурая журналистка во время интервью передала свою демозапись лидеру группы Arch Enemy Майку Эллиоту. Каково же было удивление многих рок-музыкантов, когда, прослушав эту демозапись, Майк принимает решение уволить штатного вокалиста группы с формулировкой «несоответствие стилю группы». Мол, для такой команды, как наша, нужен более динамичный фронтмен. И с тех самых пор в составе группы Arch Enemy и работает очень динамичная фронт-вумен, которую зовут Ангела Госсел. И сейчас мы покажем вам фрагмент ее выступления, но подчеркиваю фрагмент, чтобы вы не разбежались от своих телевизоров. У меня к вам одна просьба, точнее даже две. Первая – сделайте потише звук ваших телевизоров, соседи не поймут. И вторая – уберите подальше маленьких девочек. Рановато им еще слушать такую музыку. В считанные недели Ангела Госсел находит общий язык с музыкантами группы Arch Enemy и в считанные месяцы устанавливает очень хороший теплый контакт со всеми фенами этой группы. И музыканты Arch Enemy, и фены ей поверили, она была настоящей. Я чувствовала в себе необыкновенную мощь и силу и очень хотела поделиться этим со всем залом с нашими поклонниками. Так говорила Ангела Госсел. По-моему, ей это удалось. Ну, а возвращаясь к гармоничным отношениям и в среде музыкантов, и просто между мужчиной и женщиной, и неважно, это рок-коллектив или это коллектив в любом другом бизнесе, я хочу поделиться с вами своими соображениями и своим выводом. Я считаю, что для гармоничных отношений прежде всего важны четыре вещи. Первое – это взаимная симпатия, это взаимопонимание, взаимоуважение и общие интересы. И если совпадает 4 вот таких вот важных фактора, тогда уверен, ваши отношения и будут гармоничными. И только в этом случае любые союзы будут нерушимы. И продолжая тему гармоничных отношений, уверен, среди наших телезрительниц есть немало девушек, которые любят рок-музыку настолько, что готовы связать свою судьбу с рокером-музыкантом, мы хотим дать вам несколько полезных советов.
И поверьте мне, это не мое мужское субъективное мнение. Свои советы вам даст звезда эротического кино, уже на-то знает толк в рокерах-музыкантах и начинающая журналистка, которую зовут Микаэла Ковали. И я думаю, некоторые из этих советов вам пойдут на пользу. Во всяком случае, из всех рок-музыкантов, надеюсь, вы найдете самого подходящего. Если вы гитарист, басист, барабанщик, певец, если вы играете в группе и представляете классический тип рок-н-ролл, то, пожалуйста, выйдите. Я хочу поговорить о вас. И сейчас мы будем говорить между девочками. Мужчины, особенно музыканты, не допускаются. Итак, девочки, сегодня поговорим о том, как правильно выбрать себе музыканта. У меня были всякие. И вот руководство, которое, надеюсь, будет ценным во время ваших выходных, посвященных музыке и любви. Если вы остановились на барабанщике, то это потому, что вам нравится тип животное. Вы найдете ритм и удовольствие. Но будьте осторожны. С каждым барабанщиком, с которым я была, все получалось одинаково. Через некоторое время вы чувствуете шлепки, перерастающие в барабанную дробь. Другой рукой он начинает отбивать ритм, выходя на барабанное крещендо. В общем, вы превращаетесь в барабан. После этого вы даже не заметите, как начинаете звучать, как премьер или перл экспорт цвета натур. И будьте внимательны еще в одном. Идея о безопасном сексе для барабанщиков заключается в хорошо закрытых дверях автомобиля. Смотрите в оба глаза. И в случае сомнения, если вы не хотите обнаружить в своем доме двух маленьких детей, один из которых ноет и хочет бутылку, а другой скулит и хочет на концерт, выбирайте другое музыкальное направление. Или меняйте инструмент. Бас-гитаристы. Если вам нравится тип «маленький щенок», то это для вас. Они сладкие, застенчивые и испуганные. Каждый бас-гитарист из тех, кого я знала, вспоминал с тоской о том, как он в первый раз занимался любовью. Была ночь, было темно, и он был один. Они должны быть взяты из питомника и выращены. В общем, вы должны поставить их на ноги. Дайте ему понять, что вы им наслаждаетесь. Он должен почувствовать себя уверенным. Однако вы диктуете ритм. При этом он должен находиться в гармонии с вами и самим собой. Как только он начинает чувствовать себя уверенно, слышит одну единую ноту баса, тут же переходит на слэп, как само собой разумеющееся. А бас-гитарист, который играет на вас слэпом, это самое забавное из того, что вы можете ему позволить делать. Гитаристы представлены самыми разнообразными сексуальными категориями. Есть все виды, но не потеряйте голову. Сексуальный опыт с гитаристами – это как приложение для iPhone. Только когда их станет слишком много, тогда будет достаточно. С ними музыка и секс становятся одними и теми же движениями. Вы все время должны экспериментировать с ними и искать новые аккорды. Делайте все переходы от восходящих до нисходящих. Когда вы отпускаете на свободу руку гитариста, будьте осторожны. Вы можете обнаружить ее в самых неожиданных местах. И будьте внимательны, особенно с металлистами. Они привыкли играть быстро и покрывать весь гитарный гриф одновременно. Через некоторое время вы понимаете, секс – это как звуки хард-рок группы. И поверьте, не всегда плохо, если эта музыка агрессивна. Певцы. С ними, как на войне. Это они являются женщинами, не вы. Они хотят, чтобы ими восхищались и поклонялись. Единственное правило этой войны – вы находитесь с противником в одной постели. Певцы, девочки, на самом деле они не очень-то хотят секса. Прежде всего, они хотят иметь возможность поболтать об этом. Чтобы завоевать одного из них, достаточно дать ему возможность выступить и все время хвалить его при этом. Они возбуждаются, когда знают, что вы возбуждаетесь при виде их. То же касается и женщин. Они точно такие же, как и мужчины. Вообще, вокалист, лидер группы, существо бесполое. Является ли он мужчиной или женщиной, ничего не меняет. И чтобы закрыть тему, а также избежать жалоб и споров, девочки, хочу дать вам еще один совет. Секс без любви – бесполезный опыт. Но среди всего бесполезного опыта этот, безусловно, лучший.
Это были полезные, надеюсь, советы начинающего журналиста и автора Микаэлы Кавалли. Информация, можно сказать, тоже из первых рук. Кстати, интересно, а что же она думает о клавишниках? Почему-то об этой музыкальной профессии не сказано ни слова. Хотя, следуя ее логике, я думаю, нашим девушкам нетрудно будет предположить, насколько хороши и эти музыканты. И, кстати, если вы кого-то узнали в нашем видео из рок-музыкантов, все эти совпадения абсолютно случайны. В отличие от автора этого романа, этого бестселлера, который не только честно указал имена музыкантов, с которыми она проводила свои романтические вечера, но помимо этого еще и поблагодарила их за вдохновение. Надеюсь, им будет приятно. Я думаю, даже уверен, что за это короткое время, за эти полчаса, многие наши телезрители, мужчины, даже отъявленные скептики, все-таки смогли убедиться, что роль женщины в развитии и в истории рок-музыки преуменьшать не стоит. Они заслуживают уважения, они тоже очень многого добились. И как в этой программе, подводя ее итоги, не вспомнить таких великих женщин, которые вдохновляли своих мужей. Вспомните хотя бы Линду Маккартни и Йоко Оно. Вспомните Венди Дио, до последней минуты находившейся рядом со своим мужем Ронни Джеймс Дио. Вспомните, наконец, Шерон Осборн. Где бы сейчас был Оззи, вряд ли бы он был среди живых, если бы не эта женщина, если бы она не вытаскивала его из всех этих загулов, из всех этих пьянок, наркотиков и так далее. Действительно, великие женщины в рок-музыке были, есть и, надеюсь, еще будут. Как не вспомнить сегодня такую прекрасную пару, как один из моих самых любимых музыкантов Ричи Блэкмор и прекрасная Кэндис Найт. Hi, it's Richie Blackmore speaking. Andy! Oh, there you are. Yeah. Oh, great. Thank you.
этой четы, у этой семьи, которая называется Blackmore's Night. Причем речь идет не только о Ричи и Кэндис, но и обо всех музыкантах этой группы. Так вот, у них совпали все четыре важных составляющих, о которых я говорил чуть ранее. Это взаимопонимание, взаимная симпатия, взаимное доверие и общие интересы. Они живут действительно одной большой семьей. И, кстати, в прошлом году Ричи и Кэндис во второй раз стали родителями. В феврале Кэндис родила прекрасного мальчика, которого назвали Рори Д'Артаньян. Причем, как утверждают родители, Рори в переводе с ирландского – это рыжеволосый король. Ну а Д'Артаньян, сами понимаете, правильно, это уже к мушкетерам и Дюма. Прекрасная семья, которая пишет прекрасную музыку и дарит нам эту музыку, доставляет нам удовольствие. Вот это и есть гармония. Ради этого и стоит жить.